Жаркая погода способствует миграции грызунов. Они выходят из подвалов и делают норы вблизи мусорных контейнеров. Серые крысы – переносчики опасных инфекций, которые могут привести даже к летальному исходу. Чтобы не допустить резкого роста популяции и уничтожить грызунов, в Одинцовском округе проводят дератизацию. Вокруг мусорных контейнеров расставляют пищевые приманки. Они горькие на вкус. Крыс это не отпугнет, а вот домашних животных убережет от отравления. Раскладывая отравленную приманку вокруг мусорного контейнера, мы добиваемся того, что она как бы поедается грызунами, и после чего они погибают. Мы используем препараты новейшего поколения на основе антикоагулянтов, которые, скажем так, действуют хронически. Крысы погибают на 5-7 день от поедания этого препарата. И поэтому, скажем так, в их социуме у других сородичей серых крыс нет страха перед этим препаратом, и они продолжают его поедать. Всего в Одинцово обрабатывают более 90 дворов. Специалисты напоминают, борьба с грызунами должна проходить в комплексе. А чтобы крысы не проникали в жилые помещения, щели в них быть не должно. Это значит, что ремонтные работы необходимо проводить вовремя.